Всем привет! Это канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Подписчикам привет, гости моего канала тоже привет. Это ролик о том, что наступила осень. У нас в Томске наступила 4 октября золотая осень. Просто прелестно. Все листочки желтые. Погода где-то, наверное, плюс 18. Грибы уже отошли, потому что мы грибами постоянно занимаемся, собираемся. Хочу показать, как у нас здесь происходит процесс посадки грибов, вернее, как они у нас растут. Все идет по плану. Мох у нас зелененький, свеженький, такой лесной. Сосенка как прижилась, так и прижилась, растет. Ну, а я вам предлагаю совершить экскурсию на вон ту гору. Сейчас вам покажу. Гора. Я ни разу там не был. Хочу посмотреть, как выглядят гаражи. Вот эти гаражи. Свысока. У меня есть фотография в компьютере 74-го года. Как выглядит с той горы. Вся вот эта Степановка. Друзья, вообще ничего не было, только бараки двухэтажные. Давайте поднимемся на ту гору, вон туда наверх. Пойдем именно вон там подниматься потихоньку через лесок и на тот выступ. Друзья, я понимаю, это будет красиво. Пойдемте прогуляемся по такой погоде, по такой, я не знаю, по такому осеннему настроению. Самый полный самолет. Пошлите, присоединяйтесь, потому что мы сейчас будем смотреть на Степановку свысока. Пошли. Чтобы добраться до той горы, необходимо через мост пройти. Это река Ушайка. Идет через Томск. Течет. А подниматься будем вон там. Это очень крутой склон, друзья. Но здесь мы подниматься не будем. А там наверху будем проходить. Вот заход. Молодой человек уже пошел. Нам предстоит преодолеть такие препятствия. А это вот там мост идет. Ну что, погнали? Вперед. Этот карабкается, я тоже. Ух, круто. Но руками цепляемся за всякие ветки. Идем. Вот теперь вот так сбоку. Итак, идем аккуратненько. Бася тоже сопровождает. Все выше и выше. Не бойся. Да не бойся ты. Чего тут бояться? Бася, уйди. Да не бойся, ты не соскользнешь. Давай. Давай. Вот туда и сейчас мы выйдем. Давай. Шагай. Итак, потихоньку поднимаемся выше. Это такая тропа, уже вид отличный. Смотрите, все выше и выше. Тропа подъема, тропа славы, поднятие на высоту. Смотрите, какие корни деревьев. Отлично. Прям все выше и выше. Бася карабкается, я карабкаюсь, Юля идет руки в брюки со свободной походкой, а мы все выше и выше. Красиво, очень красиво. Это такой уикенд на канале Юрганов Лайф. Это еще не тот берег, это только половина пути, а может начало. Итак, где-то мы уже здесь. Вид красивый, мы становимся как будто птичками. Обалдеть. А здесь можно, наверное, и грибы пособирать. Но сейчас не будем, пошли дальше. Так, тропинка ведет налево. Хотя вот кто-то поднимается из экстремалов. Кстати, можно было и здесь подняться. Кто-то поднимается, но это слишком круто.
камешки будут скользить под ногами, а это не то. А вот это дерево, друзья, я вам скажу так, каждую зиму отсюда начинают, сейчас я вам покажу, отсюда начинает лить из реки Ушайка. И здесь, друзья, я вам скажу, скалолазы тренируются, то есть они ледорубами за это дерево страховку цепляют, корни крепкие, и они по этим камушкам поднимаются в гору по льду. Тренировки, а мы идем дальше. Почти поднялись наверх, но это не туда. Нам надо будет правее, вон туда, на скалу. А кто-то здесь и отдыхает, костры жгут. Вот места. А самое интересное, когда очень сильный ветер, ну типа перед ураганом или перед сильным шквалистым ветром, так верхушки деревьев шумят, прям так слышно аж там. Представляете? Вот такие пироги. Вон, все спрятались, прятки играют. Юля спрятался, а Бася не знает, что это в прятке. Хотя самое интересное, он тоже спрятался. Один Арсений остался. Итак, вот лес, склон. Мы до конца еще не дошли. Показываю вам. Сквозь деревья проглядывают дома на Степановке. Первый Томск виден. Ладно, пойдем туда, куда я обещал. Пойдемте. Еще немного и поднимаемся на вершину. Опять это только промежуточный вариант, но уже, ребята, красиво. Вот помните, там несколько минут назад съемки были с моста. А вот сама Степановка. Вон вокзал Томск первый. Сейчас попробую приблизить, насколько получится, чтобы руки не тряслись. Да, там реально вокзал. Так. Синими крышами. Вот, голубая синяя крыша, желтое здание. А вон за ним гостиница Томск-1. И эта гостиница уже лет 40 точно существует. Железнодорожный вокзал. Вот примерно так преобразилось. Но это то, что известно. Мост уже поменялся был. Сейчас это новый, а вот здесь был старый. Ну что, пошлите на другое место, с другого ракурса посмотрим. Какие корни у дерева вцепились в землю. Степановка. Город Томск. Звук, слышите, все это дует, потому что это вверх. Самое интересное я вам покажу сейчас с одной стороны, то есть туда, куда мы хотели прийти. Вот это верхушка ущелья. Поднимались мы буквально 10 минут, ничего страшного, даже полезно. А вот она, Степановка сама. Мост. Вот он. Вон гаражи, где я постоянно снимаю ролики. Приближу вам. Вот. Можете увидеть.
видеть Ушайка. Красавица наша, речка Вонючка. Вот старые дома, которые сохранились с тех времен. Это уже новые понастроили. ГРЭС 2. Нам подает тепло в наши квартиры. И опять же, вон там первый Томск. Это у нас микрорайон на Нефтяной. Живой. А это вот такой вверх. Итак, вот это ущелье. Переходим буквально 5 метров назад. И следующее ущелье. Но это уже микрорайон Прибрежный. Там Южные ворота. Вот такой внешний вид сверху, с этой горы. Пройдемся вперед, посмотрим, что тут. Тут это у нас камни, то есть это типа скалы. Все это вот такие камни. Острые, карьерные. Дальше что там? Вон товарищи, мои спутники жизни. Также восхода на гору. Красиво? Нравится вам, друзья? Первый раз за все время, сколько я здесь на Степановке, первый раз поднимаюсь на эту гору. Честно, это вот впечатления такие шикарные. Просто кайфовые. Такая, во-первых, и разминка пройтись. Это тут же сосенки, ну, засирает. Шишек тут немерено нападано. Нападало. Давайте пройдем вот сюда, здесь посмотрим, с этой стороны как. Ай да красота, ай да ляпота. Смотрите, как все просто шикарно, все шикарно. Вот такая небольшая экскурсия по нашей Степановской скале, будем так называть. Понравилось? Ставьте лайки, канал Юрганов Лайф, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Пока.